Привет, привет, ребята, с вами Талига. Сегодня я вам расскажу и покажу, где скачать и как установить самый удобный проигрыватель для Windows. Он читает все форматы видео и музыки. Для начала вам надо перейти в ваш браузер. Неважно, какой он. У меня, в моем случае, Mozilla Firefox. Далее переходим на вот этот сайт. Ссылочка будет в описании на него. Переходим на него. И как же нам тут скачать проигрыватель? Для начала нам надо перейти на рабочий стол, нажать правой кнопкой мыши по компьютеру и свойства. Нам надо узнать, какой у нас тип системы. В моем случае у меня 64-разрядная операционная система. У вас может быть 32-битная. 32-разрядная операционная система. Если у вас 32, то вы скачиваете 32. Если у вас 64, то 64. В моем случае 64 бита, я буду скачивать 64. Я заранее скачал для себя проигрыватель, но я его не устанавливал. Я хочу вам показать, как его установить. Вот, когда вы скачаете архив, это будет архив, то у вас, вы его откроете, у вас будет вот столько файлов. Но тут нету файла установки. Как же его установить? Вам надо перейти в диск C, в диск с системой. Далее зайти в программу Files папку и создать тут папочку. Неважно, как вы ее назовете, я назову MPV, чтобы легче было искать. Заходим в нее и перекидываем из архива все файлы сюда. Ждем, когда она все перекинется. У вас все побыстрее будет происходить, так как у меня комп не очень-то и мощный. Далее, когда вы все перекинули, и как же нам далее уже слушать? Смотреть видео, слушать музыку. Вам надо нажать правой кнопкой мыши по вашему видео, открыть с помощью. И тут, как видите, у вас ничего нет. Вы нажимаете выбрать программу, дополнительно, найти другое приложение на этом компьютере. Заходите в диск C, программ Files, и тут у вас папочка MPV. Ну, вы назовете как-то по-другому, я думаю. Заходите и выбираете вот этот файл. Не mpv.com, а вот этот. И, в общем-то, все. Сейчас все на компьютере ищется. Все файлы mp4 будут воспроизводиться с помощью этой программы mpv. Как вы видите, за этот файл меня не забанят, так как я его монтировал. Я его делал. Так, все. С видео все. Так, дам чуть поменьше музыки. Звука, то есть. Все работает без каких-либо глюков. By Moskov. Incredible shots for Curry. That's outstanding. Показал, как включать. Далее музыка. Проделываем тоже. Тот же шаг. И когда вы сделаете видео, то у вас музыка уже будет автоматически тут ставится MPV. Открывайте. Все, музыка играет. Без каких-либо. В общем-то, мне очень нравится вот этот проигрыватель. Сейчас я его удалю и поставлю назад стандартный, чтобы вам показать, почему я перешел вот на этот проигрыватель. Пауза. В общем-то, все, я сменил, чтобы этот файл открывался не с помощью MPV, а с помощью проигрывателя. И, в общем-то, я буду молчать в этом. Сейчас буду молчать. Я буду искать момент. What they were doing, of course, he also knows he's got. Глючит сейчас. What they were doing, of course. What they were doing, of course. What they were doing. 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 Вот. Вот, я нашел этот момент. Сейчас он очень глючит. Вот.
Он меня сейчас не запустит, а не запустится, а какая-то ошибка вылезет. И, в общем-то, из-за этого он меня очень бесит. Так же с музыкой происходит. В общем-то, ждем, когда у нас это вылезет ошибка. Пауза. В общем, ошибка у меня уже вылезла. Там просто надо нажать ОК или на крестик. И все, она исчезает. Это у меня очень часто происходит. Я не знаю, почему на видео так долго этого не происходило. Но, в общем-то, все. Скачивайте этот проигрыватель, пользуйтесь. Мне он очень нравится. И, в общем-то, это все, что я хотел сказать в этом ролике. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте положительные комментарии. А с вами был Талига. Всем удачи, всем пока. Все ссылки в описании.